Сильный взрыв на улице заставил жителя Омска выбежать на балкон и включить камеру мобильного. Оказалось, что прямо под окнами загорелся троллейбус. Пламя вырвалось из моторного отсека за несколько метров до конечной. Водитель вовремя открыл двери, пассажиры успели выбежать из салона. Почти сразу после этого машину полностью охватил огонь. Ю-ху-ху! Во дурдом, выжженный радиус. Жесть. На, холодно. Вот типа греться, что ли. Пожарные приехали через 5 минут, но спасать было уже нечего.